Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал Дмитрия, или его я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй как-нибудь, тебе не сложно, а мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация. Нет, это не телефон, мне показалось. Ну ладно, ну что, продолжаем нашу сабнафтику. Нашу сабнафтику. А, отвечая на... Где-то там в комментах вопрос краем глаза увидел. Я еще на комменты толком не смотрел, но заглянул, увидел там вопрос про дополнение там Below Zero. Ребят, насколько я знаю, это дополнение до сих пор находится в каком-то там тестировании. Я, честно говоря, не вижу. Я как бы знаю, что на Ютубе много народу в нее там играет, эти тестирования смотрят, все эти обновления. Ребят, я при всем уважении, вот хоть убей, не понимаю смысла от игры, когда она еще не готова. Пусть они ее сначала закончат окончательно, скажут, что все, вот это вот финальный, так сказать, итог. И тогда я в нее просто с преогромнейшим удовольствием поиграю. Но пусть они сначала закончат. Потому что, блин, ну серьезно, такая дурь, честно говоря, да? Вот мы сделали это, вот мы сделали это. И вот ты по 20 раз одно и то же проходишь, перепроходишь, блин. Ну, не знаю. Кто сказал мяу? Так. А, да-да-да, так, солнечный луч прибудет. Это я помню. Мы туда, естественно, сплаваем. Так. Тут у нас... Все в норме, да? Тут у нас растут тыквы. Тут у нас растет луковое дерево. Тут у нас растет лампион. А тут у нас что? Ой, не то. Ага, тут один гриб валяется. Все. Так, что нам нужно? Шо? Так, шо? Шо? Во-первых, почему у меня строителя в руках нет? Вопрос хороший. А на самом деле, а почему? Это что у меня? Это ремонт. Эй, ядрить-то в корень, опять. Сейчас, минуточку. Сканер на двойку, нож на тройку. Строитель на четверку. Вот. Да блин. Так, мне здесь нужен нужно не здесь. Но это пока рано еще сделаем. Мы все сделаем. Так, титан, золото, образец пластинчатого коралла. По-моему, у нас все это есть. Титан, золото. Идеально. Так, вопрос, куда этого приткнуть? Сюда оно налезет, да? А, вот лезет сюда. Ну, так как еще один шкаф сюда особо не помещается. А почему бы и нет? Ну, потом в случае еще переставлю. Сейчас пока пусть здесь повисит. А, нормуль. Так, и теперь у нас, собственно говоря, изготовитель есть тут. Это хорошо. Так, внимание, вопрос. Осталось ли у нас хоть что-нибудь там? Так, тут у нас есть гравий-хрень. Что-нибудь здесь. Так, во-первых, вот эту штуку надо, наверное, А хотя она, в принципе, нормально стоит. Ладно, пусть стоит пока. Один черт, пока мотылька у нас нету. Так, тут никто не... Полковнику никто не пишет. Здесь у нас что-нибудь есть? Да, здесь у нас что-нибудь есть. Так что это что-нибудь надо быстренько перетаранить. Хотя, в принципе... Вот так... Вот так и вот так. Ай! Нос, не чешись! Ау, ау, ау! Пару батарей тоже уберем. Не, не тушитель пусть тоже здесь остается. Ну да. Да, как-то так. Текс. А, спасибо, спасибо. Так, сколько стоит шкаф? Кварц и два титана. У нас нет ни титана и очень мало кварца, да? Да, не забывайте, что надо будет потом как-то это все распинать здесь по шкафам.
Так, силиконовый, давайте, значит, все, что более-менее такое готовое, пока что вот сюда позапихаем. То есть вот всякие там титановые слитки, да, вот такие вещи. А ресурсы пока что сюда свалим всем. Вот. Потом я шкафы, естественно... Что такое? Аврора, солнечная... А. Ага, окей, хорошо. Потом я, естественно, это все изменю. Так. Значит, нам нужен кварц. Нам нужен титан. Аквариум. Так, это что такое стеллаж для растения? Можно... Ага, это просто на... А, ну стеллаж для растений это... Да, понятно, это чтоб растения на этом росли. На стенках. А надо ли оно мне? Честно говоря, я не уверен. Так, это все еще растет, это все еще растет. Хорошо. Нам еще нужен этот... Картофель. Блин, не пролазю. Это не очень хорошо. Может, тогда имеет смысл... Ладно, пусть пока растет. Я потом, наверное, знаете, что сделаю? Я перетащу это все. Ну, то есть здесь у меня будет какая-то одна грядочка вот тут сбоку стоять чисто вот для этого. Для, ну, для биореактора и все. Грядка с чем? Да черт его знает, с лампионами, наверное. Пусть с лампионы будут. Да, и все. А эти я потом, когда они дозреют, все здесь я поперетаскиваю все. Так, 15 минут. Мы туда, естественно, поплывем. Но. Сейчас нам что надо? Нам нужны, во-первых, батарейки, да? Да, больших количеств, потому что батарейки у нас уже того. Эй, кончай. Да, не туда. Так, кислотные гриппы, медная руда. Кстати, точно, грипп. Что такое? Пить хочу. Пошли. Куды? Блин, может поближе его переставить? Давайте. Да блин. Куда-нибудь вот сюда вниз его. Вот так. Хочу пить. Хочу пить. Хочу пить. Хочу есть. Хочу чего-то там еще. Сейчас, сейчас. Хорош там страдать, блин. Пополните запас того, пополните запас всего, блин. Сейчас тебе все будет. Все запасы. Все жидкости, все. Ням-ням. Харум, 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 харум. Ням-ням-ням. Вот так. Вот ожрался и вот елся. Так, блин, 12 минут. Что, поплыли, что ли, тогда? К лучу. Пока там... Что у нас с батарейками-то? А, с батарейками полная же. Так, еще раз, что там нам надо для батарейки? А, медная руда, блин. Медная руда, блин. А медь-то у нас есть? Хоть какое-то количество. Окей, присутствует. Давайте парочку батареек с собой сделаем. Да, да, остальное 50%. Сканер вот скоро сдохнет. Ладно, должно хватить в случае еще. На собственной теле доберусь, так сказать. Так, где там у нас там?
Поплыли. Сейчас по дороге, кстати. Можно будет. Пособирать всякое разное. Скажем так. О. Да, тут мы были. Недалеко от нас рухнул. Не повезло пареньку. Титан. О, акулы. Акулята тусуются. Можно еще парочку спокойно взять. Еще один титан. А еще нам нужен... Что нам еще надо? Нам нужен свинец, да? Так. Геология. Блин, где она тут? Забыл. Известняк. А, нам нужен песчаник. Окей, ладно. А вот и песчаник. Ну да, пошел я нахрен. Как обычно, блин. Как током свинец, это я говорю. Редчайший ресурс. Необнаружимый. Ненаходимый. Да, слышу. Мне абзац как везет на серебро. Я не шучу, у меня серебра реально много. С одной стороны, это может и хорошо. С одной стороны. Но с другой, откровенно, не очень. Кто рычал? Ты рычал? Не рычи. Ну ладно, это в принципе... Нет, титан нам нужен. Нужен. Жалко все-таки, что они тут, скажем так, несколько... Ах ты срака! Ты, я тебе сейчас... Слышь ты, сюда иди! На лоскуты порежу, дрянь! Где он? Скотина, а щенок? Тоже мне. Ты ко мне не лезь. Я псих, у меня справка есть. От кардиолога. Я нервный. Меня лучше не злить. Так, 391 метр. Блин, все царство за песчаник. А ну что так не везет-то? О, вижу какую-то херню. И впрямь херня. Здорово, телепортер. Как жизнь? Скучаешь? А у вас ты тут не один. Так, на глубине 50 метров. Так, вижу песчаник. Это хорошо. И... Да ядрить твою в корень. Что ж такое? Это кто? Ну, алмаз, ладно, пусть будет. Опа. Что это? Сейчас. Двигатель циклопа. Ты давай там не скрипи на меня. Циклоп. Не, ну циклопа это, конечно, круто. Циклопа, она очень классная. Циклопа. Тут спору нет. Это что у нас такое? А, блин, свинец. Ну да, конечно, чувак, ты ищешь свинец? На тебе свинец. Ой, ты не можешь его добыть, чувак. Какая жалость. Ну да, пошел я нахрен. Слышь, телепортер, ты тут свинца нигде не видел? Аллилуйя. Ну мне просто надо платформы делать. Хотя бы еще. Не знаю. Угу, да. О, спасибо. А это кто? Серебро. Пока не требуется серебро. Так, где у нас? Это акула.
Чувак, как дела? Охраняешь? Бдишь? О, это что? О, кристалл Настурина. Так, а вот эта штука вообще хорошая. Не то чтобы она мне сейчас как-то прям уж очень сильно нужна. Но в целом... Опа-опа. Я тебя вижу. Хорошо. Не ожидал, конечно, его тут увидеть, но все равно. Но все равно очень классно. Так, ага, это мы... Нет, известняк нас не интересует. Давайте пока не будем пользоваться этим глайдером. Все-таки там батарейка сажается очень сильно. Да, всплываю. Батарейка сажается очень сильно, к сожалению. А подзарядки для батареек у нас пока нет. Кстати, деталь двигателя циклопа. Там же от циклопа надо несколько деталей, насколько я помню, да? Да хватит скакать. Блин, успокойся. Так, что нас интересует? Опа, вижу еще одну хреньку. Давайте пошустрее туда подплывем. Есть двигатель циклопа. Так, нам нужен песчаник, да? А это что за местность? Слышу, как где-то орет долбанный левиафан. 5 золота. Оу. Я тут никого сфотографировать не могу. Похоже, что нет. Ой, блин, рискую. Опа. Всплывать надо. Да. Слышу. Ты у нас кто? Сланец-то мне не особенно нужен. Вот в чем проблема. Серебро. Я не знаю, свинец это реально какой-то сверхредкий. Да, я всплыл. Я уже всплыл, успокойся. Песчаник. Где же ты? Любимый мой песчаник, куда ж ты делся, на кого ж ты меня? Так, а что у нас вообще по... Оу, перегруз. Не, ну титан можно повыбрасывать, черт с ним это. Так, сейчас нам что надо? Сколько свинца? 2. То есть у меня, грубо говоря, прямо сейчас хватает на одну... единственную платформу, да? Так, это сланец. Нет, сланец на острове, это не вопрос. Это... Так, это тоже сланец. Мне песчаники нужны. Блин, короче, надо комнату сканирования фигачить, потому что я сейчас с ума сойду. С этими поисками, блин, реально. Так, 2 минуты. Тихо. 5 серебро. Да, это вот как-то даже не смешно, блин. Так, чего выбрасываем? Так, ну нам надо китайский картофель привал. А надо ли? Черт его знает. Ой. Одним луком питаемся, а. Ну чё? Где там? Он ночью прилетит, получается. Или идти сейчас за китайским картофелем, или хрен с ним?
Отличное место заняли. Через полторы минуты игрушка закончится, потому что нас спасут, да? Ой, можно было, конечно, еще поплавать. Ну да хрен с ним. Здоровье что-то моргает почему-то. Интересно, почему? Эй, я здесь. Я здесь. Заберите меня, пожалуйста. Спасите меня кто-нибудь. Я очень хочу домой. Ну, правда, мне там уже кредит на 3 миллиона написали, так что, может, я и не очень хочу домой. Выглядит так, как будто рыбки в воздухе плавают. Так, китайский картофель. Ладно, сходим, возьмем его. Выкину один титан. А сколько все-таки у нас стоит платформа? Я-то не помню, 2 свинца или 1? Тут их свинца 2. То есть вот одна платформа еще максимум. Мне тут надо как минимум 2 платформы. То есть мне еще 2 свинца надо. А сколько стоит комната сканирования? Титан, метеор... И все? О! Эй! Не делай этого! Злыдня! Писюковая! Я улететь отсюда хочу! Дырка жопная! Не смей! Эх, а я им даже позвонить не могу. Чтобы сказать, что ребята, не надо сюда лететь. Да. Выживший, мы вас видим. Блин, не знаю, как вы там выжили. А я что-то вас не очень вижу. Мы вошли в атмосферу и спускаемся к месту посадки. Это что там внизу здание? Что значит не можешь опознать? Держитесь, поворачивать поздно. А, вон они. Все по местам. Касание через что-то там идет от здания. Смена курса двигателя на... Это называется радикальный карантин. Будь проклята, инопланетная технология! Антипрививочник, застрявший на другой планете с очень радикально настроенными врачами. Ой, блин. Ну, все. Да. Мы в дерьме. Там, та-ти-та-ти-та-там, там, там. Скотина! Чтоб тебя шестеренки все заклинили! Хоть гуди. Тут и гадина. Никакого уважения к чувствам выживших. А главное, немножко странно, ведь вроде бы наш корабль, он не собирался туда приземляться, или все-таки собирался? Черт его знает. На свете жил сеньор, а не старый, те уже не молодой. Любил он с грешною гитарой бродить под грешною луной. Тарам-пам-тара-дара-дам. Да, мне на тот остров надо. Да там проще этот китайский картофель найти, чем здесь. И богу, что тут сейчас возиться? Эх, я... Эх, как говорится, и подорвали мое счастье к чертовой матери. Просто, знаете, вот так вот. И все. Там... Ой, только что светло было. Что за беспердел? Так, где тут выйти-то? Да. Я говорю, радикальные врачи на планете с антипрививочниками. Не хочешь вакцину?
Будешь жить здесь. Все. И никого не волнуют ни твои права, ни твои вава. Сиди, не квакай. Стоп! Кстати, стоямбус. По поводу КПК. Недонайденных. Я тебя сканировать не могу, нет. А вас? Скопление кого? Грю. Угу. Сканировать я вас не могу. А, я же помню, что где-то здесь валяется. Я помню. Голосовой журнал, место встречи. Так, чертежи, а что чертежи? Какие чертежи? Что нам там? А, чертеж двигателя и сам циклоп. Ну, движок нашли, а сам циклоп, он где-то рядом с кораблем валяется, насколько я помню. Голосовой журнал. Печалька. Голосовой журнал с места встречи. ГТД-Ю. Ю. Мы должны вернуться на борт «Аврора», починить дальнюю связь и связаться с другими выжившими. Не может быть, чтобы только мы двое выжили. Помощники, не такие приказы мне дал капитан, и вам я такого не приказывал. Дело не в субординации, дело в выживании. Мои обязанности временного командира не включают заботу об их удобстве. Выйдите из воды. Если я попаду в неприятности, я пошлю им свои координаты. Я не могу отпустить вас одну. Тогда идите со мной. Вы не оставляете мне другого выбора. Получена экстренная передача от второго помощника Кина. 2 часа после последней активности. Встреча не удалась. Я перехватил передачу из штаб-квартиры Альтера. Похоже, что они отправили пакет данных на «Аврору». Нас перехватил хищник класса «Левиафан», прежде чем мы добрались до корабля. Считайте, что техдиректор и я пропали в море. Будьте осторожны, Кин, конец связи. Да, это грустно. О, чертежи. А, транспорт. Циклоп. Да. Циклоп — это самый популярный, надежный глубоководный аппарат в галактике. В отличие от конкурентов, он может управлять даже один пилот. Отсюда и название. Особенности ручного управления с 3 режимами скорости и фронтальная смотровая палуба для точного маневрирования. Сухой док для перевозки и обслуживания разведывательных транспортных средств. Вместительное хранилище в килевой секции. Внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Бортовой ИИ для обнаружения угроз. Широкие настройки персонализации. Совет капитана. Большая скорость движения порождает большой шум, который может привлечь ненужное внимание. Потребление энергии. Двигатель выключен 0%. Малый ход 25%. Нормальный ход 50%. И полный ход 100%. Режим тихого хода может быть активирован в сочетании с любым скоростным режимом, что уменьшит шум почти до нуля за значительное увеличение потребления энергии. Улучшение циклопа можно изготовить на терминале в машинном отделении и установить расположенную рядом панель. Характеристики. Максимальная скорость 8 метров в секунду, ускорение 3 метра в секунду, питание сменные энергичейки, размер в 1,54 на 1,14 на 1,12, экипаж 1-6 человек. Примечание: циклоп не имеет жилых отсеков. Капитан рекомендует составить расписание, чтобы решить, кто каждую ночь будет спать в коридоре. Автоматического пожаротушения, повреждений корпуса и высокие скорости повышают опасность возникновения пожара. Аварийного балласта в случае затопления, полного истощения энергоресурсов, транспорт потонет. Вот, кстати, не совсем понял про тушение. Оно у него как бы есть, но оно не автоматическое, да. Но, по крайней мере, но оно есть. Ну, то есть, как бы там есть эта кнопка потушить. Тише, тише. Так, давайте тут еще немножко поищем. Я же говорю, я помню, что тут где-то еще КПК. Но это, кстати, не тот КПК. У меня-то эти, Дегази. И кто-то там еще какие-то гази. Всякие гази. Вот. Журналы немножко не того образца. А это мы сейчас... Ага. Так, ну нам нужно этот китайский картофель. Лу-лу-лу. Китайская лу-лу-лу. Эй, китайская лу-лу. Где-то тут. Так. А потом нужна нафиг комната сканирования. Реально, ну его нахрен. Кататься в поисках. Врубил песчаник и все. Сразу все апгрейды на максимум. Так. Это луковое дерево. Блин, самая популярная хрень на острове. Там-да-дам. Ну где тут я на эти грядки натыкался? Господи, боже мой. Судя по звуку, кого-то только что чуть не раздавили к чертовой бабушке. Ну да, пошел я нахрен. А, вот он. Аллилуйя. Так, это мы тогда мы выбрасываем. Опа. Нам есть надо?
Ну ладно, хорош хомячить. Все. Так, где у нас дом родной? Вот там. Поплыли. А где у нас спуск родной? Ой. Поплыли. Ай, как что? Плыву я, плыву я в гигантской впадине. Очень мне страшно, кругом левиафаны, полные штаны моего, моей храбрости. Они как издеваются, блин. Да, был, как у меня, когда я самый-самый первый раз эту игрушку записывал. Ну та, давняя запись. Видите, тебя понесло, блин. Фрагмент мотылька. Штука, конечно, прикольная. Но мне места сейчас под нее нет. А вот есть песчаник. Золото. Сборщик транспорта. Сборщик транспорта. Где там наш дом-то родной? А, вон. Короче, ладно. Сейчас сделаем комнату. Ты на меня пасть не разявывай. Ну так вот, я говорю, первый раз, блин, поплыл к этому, к этой Аврове. И не знал еще тогда, что в тех краях... Ну то есть как? Я как бы знал, что в тех краях где-то тусуется Левиафан, но не знал, что он конкретно в этой местности. Блин, такой... Такой поддон с кирпичами отложил, когда эта хрень вынула. Буквально у меня за спиной мыть поддала мне такого смачного пинка под жопу. Оборачивайся, там эта ряха на тебя смотрит. Ух, блин. Это было немножко страшно. Чуть-чуть, самое мало. Да, вот когда я ищу всякие металлоломы и так далее, то хрен что найдешь, блин. Когда не надо, прям несешься, и вот он тебе со всех сторон, блин. Дом свитихом, свитихом. Так. Вот. Вот так правильно. Ну, раз уж тут базу надо строить на этих подставках, то и будем строить на этих подставках. Так, а вот здесь можно, кстати, внешние грядки фигануть. Наружная грядка. Да. И засеять ее чем? Правильно. Выращивание плантных растений является проверенной стратегией выживания. Крейг Могил выжил в течение 47 месяцев, питаясь полезным сырым салатом из древесных тараканов и болотных корней. Надо еще эти... Так, кварц надо еще подобрать. Так, вот у нас грибы. Текс. А мне сказали инвентарь полный, значит я что-то не подобрал там. Вопрос, что именно? Или мне все на все место хватило? Ого. Так умеет. Фига себе, это гравиловушка веселая, блин.
работает. Она еще известняк подтягивать умеет. Забавно. Так, стоп. Я могу кристаллы. Вы кристаллы говорите. Стой. Да стой ты. Я могу тут эти кораллы выращивать, интересно, или нет? Нет, кораллы не могу. Не могу. Так. Значит, нам нужна внутренняя грядка. Да, титан 4. Титана сейчас будет много, не надо ля-ля. Титан сейчас будет. Еще. Все. Так, теперь внутренние грядки. Все заросло. Так, лампионы. Шпионы. Я вот думаю, может тогда еще одну комнату чуть подальше фигануть. Что, телефон? Уже. И вообще вот здесь где-нибудь. Вот где-нибудь вот тут сбоку, да? Например. У меня же есть место, да. Почему? Да. А, вот. Я куда буду ставить? Или сюда их сделать? Грядки. Ладно, сейчас разберемся, куда что ставить. А пока что будильник прозвенел, так что давайте небольшой перекурчик. Сохранимся, естественно. Небольшой перекур, и потом еще серию запишем.